Радрады, Гуруджи, Дивай Дандават, Садану, в храме Рада Говинды. И после Гопаштами, похоже, коровка. Бриджабаси Майя приняла здесь прибежище прямо перед алтарем. Гопаштами также особый день, когда служат коровам. Гуруджи часто во время парикраны также раздает пожертвования. У него с собой денег нет, но он просит учеников давать пожертвования разным садху, которых встречает. Даже если него не просят, он дает пожертвования именно тем садху, которых знает. Гуруджи делает дандават, поклоны только правым плечом, обходя радакунду, разные храмы. Он делает в храмах дандават несколько раз и в разных местах. В основном это храмы. И также катается в пыли вайшнавов на парикранной дороге. Таким образом, собирая милость вайшнавов. Смирению Гуруджи нет предела. Гуруджи настолько искусно со всеми шутит, любовью обменивается. Каждому свой подход. Вот Гуруджи сэр. Father Vaishnav, Mother Vaishnav, Son Vaishnav, this Vaishnav. Ага. Niti. Stage a very good Vaishnav. Гуруджи всех называет вайшнавами. Полис вайшнав, полицейский вайшнав, Бриджабаси вайшнав, Рады-рады. Ребенок вайшнав. Как только он видит Канхималы на ком-то, он сразу признает вайшнавами. Это был первый храм Рада Говинды, это храм Джаганатхи. Единственный храм на Радакунде, где божества Джаганатхи. И главный пуджари этого храма является учеником Мадан Гопал Госвами Прабхупады, который является Шикшагуру Гуруджи. Известный вайшнав из Арисы. Вот он, кстати, сидит. Рады-рады. Это главный пуджари и духовный брат нашего Гуруджи, духовный брат по Шикшагури Гуру. Он также известный киртане, музыкант здесь. И он составитель карт в Раджамандалы. То есть здесь на Радакунде продается карта в Раджамандалы и карта Радакунды с описанием разных мест. И как раз он составил эти карты. Так Гуруджи выражает почтение вайшнаву с Гаудиамадха. Когда к нему подходят разные вайшнавы с Искона или с Гаудиамадха, выражают почтение. Гуруджи в ответ им также выражает почтение. К сожалению, не все вайшнавы знают нашего Гуруджи с Искона или с Гаудиамадха. Многие знают, но далеко не все. Сидит тысячи и тысячи вайшнавов с разных стран. К сожалению, далеко не везде рассказывают о разных садху-враджа, хотя их совсем единицы
осталось в наше время. Вот таким образом Гуруджи катается в пыли со стоп вайшнавов на берегу Радхакунды. Вот так Гуруджи детей обнимает с любовью. Последние дни кардики, Ниям, Врат. Сегодня 5 октября. Лалита Кунда. Yeah,